Сейчас, по оценке Бориса Дубровского, мусор вывозят на тройку. Оценку «отлично», считает губернатор, можно будет поставить только после открытия нового полигона через год или два. В начале 2019 года планируется привлечь к вывозу ТБО единого рекоператора. Но уже сейчас на решение проблемы глава региона выделил дополнительные 100 миллионов. Напомню, горэкоцентр, который вывозил мусор, сложил свои полномочия, не предупредив об этом администрацию. Целью, как считают чиновники, был шантаж. По замыслу он должен был привести к тому, чтобы свалку, которую закрыли пару месяцев назад, снова открыли. Этого, конечно, делать не стали. Сейчас ищут организацию, которая займется рекультивацией огромной мусорки. Делом о саботаже и нарушении санитарно-экологической безопасности города занимается прокуратура.